Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. Хочу отметить, что в этом ролике мы с вами впервые выходим на афоризмы и цитаты от братьев Стругацких. Впрочем, понятно, не только от них. У нас опять будет прилично цитата от Сергея Лукьяненко, да и от других авторов тоже. Но и с вашего позволения продолжу их озвучивать. Первое лучше зачитаю. «Шлепнут меня здесь», — подумал он вдруг. «Обязательно, но не завтра», — строго сказал он себе. «Это случится, когда я проявлю себя как сила, не раньше. Да и то посмотрим». Я не настолько смел, чтобы убегать. Мне было бы слишком страшно за вас. Сны бывают страшными, но покой дают и они. Вы слыхали, что есть лекарство опаснее, чем сама болезнь? Следующий тоже лучше зачитаю. «Скажи ему, чтоб не вешал носа, и не думал, что если борешься в одиночку, то борешься только за себя. У каждого за спиной тысячи людей, даже если он их совсем не знает. Всякое возможное событие когда-нибудь да осуществляется». Следующее тоже лучше зачитаю. «Так, в общем, все эти показания сводятся к тому, что ты, братец, раб своего слова. И вообще человек не гибкий. Политический деятель из тебя бы не получился. Не хочу, чтобы ты был куклой. Даже если тебе это нравится, быть куклой». Следующую цитату тоже лучше зачитаю. «Я хорошо вижу, вы сила, Максим, и ваше появление здесь само по себе означает неизбежное крушение равновесия на поверхности нашего маленького шара. Действуйте, только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно отстранить совесть. И еще советую вам помнить, не знаю, как в вашем мире, но в нашем никакая сила не остается долго без хозяина. Всегда находится кто-нибудь, кто старается приручить ее и подчинить себе, незаметно или под благовидным предлогом. Вот и все, что я хотел сказать. Риск всегда был и будет. Нужно только свести его к минимуму. Человек чистый и, следовательно, открытый всем соблазнам. Маг не из тех, кто бросает полезных друзей. Он не бросает даже бесполезных друзей. Не вздумайте доверять кому-нибудь, и в особенности близким друзьям». Следующее тоже лучше зачитаю. «Человек отказывается от многих исторических перспектив в интересах самосохранения, даже таких рационалистических, как, например, поедание друг друга. В аду дьявол — фигура положительная. У дьявола нет ни одного оплачиваемого помощника. Тогда к упротивной стороны их миллион». Марк Твен. Следующее тоже лучше зачитаю. «Можно говорить все, что угодно, но если копнуть поглубже, всюду обнаружится корыстный интерес. Всегда и везде». Тоже зачитаю следующее. «Мы все индивидуалисты, мы все уникальные и неповторимые. Наедине с собой можем признаться, как трудно быть одному». И опять зачитаю. «Из меня никудышный ухажер», — самокритично признает Чингис. «Не сомневаюсь, на него, небось, еще со школы девицы пачками вешались. Такие учатся от подруг уворачиваться, а не ухаживать. С именем Бога удобно разводить костры на площадях, а не воевать». На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках.